В Красноармейском районе состоялся чемпионат муниципалитета по настольному теннису. Его организуют уже 13-й раз. Соревнования на призы президента Федерации настольного тенниса Красноармейского района Виктора Николаева прошли среди учеников 10 школ района. В них приняли участие более 90 юных спортсменов. Победители получили ценные призы и медали. Целью, наверное, этого турнира – это уже, наверное, не показание массовости, а все-таки определение победителей и выставление сборной команды Красноармейского района на первенство Чувашской республики.